Ну, это вечер памяти, это символическое. Значит, мероприятие, никаких особых неожиданностей или прорывов я от него не ожидаю. Это же такая, в принципе, кропотливая и рутинная работа, там вряд ли от нее можно значит, ждать таких каких-то вспышек. Да? Но камень точит камень. В принципе, популяризация идей покойного Гейдара Джамаля, который может быть так один из последних крупных русскоязычных философов. Скажите, а вот ваше участие в этом вечере, как будет заключаться? С Вадимом Генералом.